давай! Какую палку, трехколенку давай! Это я смотрю, как... Трехколенку давайте быстрее! На приеме, Брага! Кафе «Мангал» горит, кровля. 16-я Прага. Сколько цистерн вам нужно на месте? А, уже происходит открытое горение. Площадь пожара примерно 50 квадратов. Угроза распространения, плотная застройка. Дополнительно 4 машины. Давай бегом линию. 16-я Прага, по-моему, 16-я, 16-я. Все! Все, закрывайте! Двери не закрывайте, эвакуация, у вас кровля горит! Бегом, бегом! Помещение никого больше нет, кроме вас! Запасной выход закрываем? Где обесточивается у вас? На приеме? Одну АЭЛ можно. Давайте быстрее! Ловики сразу, пацаны, смывайте туда, вовнутрь. Друзья, давай вторую бочку туда ставь. Ставь сюда лестницу. Ты мне там сказал, я там поставь. Так, давай машину крупу. Врата! Туда линию заводи, прям оттуда поливайте вовнутрь! Пену дай! Пену! Быстрее, что вы не вышли еще? Все, больше никого нету! Нет, я там... нас... Энергослужбу, полицию к месту, ДПС к месту, машины мешают. 16-1, принимай службу к месту, потому что 16-1. Давай ствол сюда! Я сейчас погнал вас, мне лестница там моя стоит! Ну иди с первого хода возьми! Это мне некогда уже ходить. Вот у них получается. Сейчас машины придут, я чернить. Основное буду. Горение отсюда идет, видишь? Но здесь кто-то уже сейчас пойдет. Да я понял. Машины чьи, где здесь? Если придет эта четверка, сразу... Вон лестница, вон. Хорошо, возьмите, если надо.
надо ствол? А? Давай линию кинем еще. Да я знаю, где еще кто едет. Девятка один, Стас. 16-девятка один. Идет интенсивное горение, хлопки, распространение, площадь пожара на кровле. Примерно 150 квадратов, дополнительно еще 4 машины. 16-девятка один, поняла, идет интенсивное горение на кровле, площадь примерно 150 квадратов, дополнительно... Где обесточивается здание это? Обесточили все. Обесточили? Дима! На приеме, Снат. Один бит по машине. Второй номер. И скрывай, вот этот, иди затушишься к ним. Влад, по людям определился, все вышли. Все вышли. Что вы туда идете? На приеме со второй. Принял. Кто прибыл сюда? Тройка! Тройка, сюда! Я 32-й, 16-му. Давай сюда! Лестницу и этот! Ствол скрывайте в кровлю, давайте! Ствол уже есть! Держи, я открою! Лестницу, главное, ставьте сюда. Первый принял, 16-36. Давай, 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 сюда. Заезжай вон ту крышу тупо, давай, лестницу ставьте. Одного какой-нибудь, вот этот, с Тимохиным проверяли, или вот этот, блядь, вот этот. Десятку на гидрант, а. Вот этот. Это гидрант? Одного надо отправить, чтобы искал гидрант. Вот тот, стопудово. Я пошел, у меня вода. Тройка, пойдем. Пойдем, пойдем. Это гидрант или нет? Нет, вон тот. Я помню, приезжал на Урале. Просит, запросит, запросит. Здесь вот, я типа этот, либо тот. Вон дай. Я его вам отдал, давай. Вам маленький. Этот крючок, дай. Да любой. Да, пацаны, на гидрант пойдем. После пожара какой передал? 150-200 квадратов, передавай. Да. На гидрант! Все! Скрывайте вон там гидрант вроде. Ставьте колонку. Так, туда. Шеститоник подошел там в шестой части, где тебе проехал, забираю него. А? Вот этот вот. Смотри, вон ориентир. Вот этот, значит, нет, этот. Нет, нет, нет. Как нету? 24 на 3.
Лестница пока не нужна. Вон. А? Да можешь проехать туда где-нибудь, поставить ее. Сколько столов? Раз. Штуки четыре точно работает. Я проехать туда. Во двор заезжай. Работает четыре ствола, два ствола. Все нормально, пока будьте на месте. Фамилия, скажите. Ага, Галыров. Работает четыре ствола, два ствола СВД, два ствола ПУСФОНИ, 16-39. А? Новый гидрант стоит, они ставили. Вот где? Там дальше пойдем. 15-1. ДПС, поторопите, пробка, машины мешают очень. 15-1, поняла, поторопите, ДПС, 16-1. 15-1. 15-1. Скорая на месте. 15-1, поняла, скорая на месте, потому что 16-1. Пацаны, скрывайте его! Где? Перекрыли все это. Какой? Вон там? Давай. Да, это ломик, я гидрант строю. Я, конечно, работает два дня, надо взять. Точно здесь? Подержи рацию. Что тут, блин, за Макривалова-то? Это все армяне. Конечно, у меня ГАИ вызывал, нету никакого. Что, разложиться? Или пока ждем? Можешь разложиться. Разложиться? Давай. Шеф, рацию не забудь. Да, давай. Дай эту колонку. Парни, колонку ставьте, гидрант открыл. Там что есть? А? Не нашли там? Нет, там нету. Ну все, открывайте это. А там написано, что должна быть, по-моему. Ну что-то открыли, нету ГАИ. Гидрант еще не вскрыли, сейчас посмотрим, что тут. Изнутри всех вывели. Здание обесточено. Площадь для орения, вот, короче, до туда, до конца мангала. До конца крыши. Да, две крыши. Внутри две кровли горит, как бы. Внутри помещения еще нету ничего. Сейчас вот здесь. Там ствол работает. Вот так по этому. Да, там работает ствол. С этой стороны и стой. Два звена. Ну что, в принципе, здесь сейчас из-за гидранта есть, ну, если откроется, да, нормально-то. Ну
внутрь ствол подаете? А? Внутри пока ничего не горело. Ну что, ствол куда-то подавали? Не. Мы подъехали вообще тут на сигнашку. Напротив увидели, что... 4 ствола? 212. Да, где-то так. 3 ствола сколько двинем? 2 звена. 3 уже звена. Что, открылся? Да. Все, давайте магистралку. Куда? Да сюда посередине, и туда кинем.
Подайте им в угол, там они стоят, не видят. Прям в углу под ними горит. Пролезь туда в угол, вперед. В угол пролезь. Ага, туда, да. Пацаны, кровлю поднимайте, чтоб проветривалось. О! Что за чернил туда? Да, слушай, четвертая это должна была заменить нас, чтобы туда, стене дальше пойти. А они стоят. Вот они стоят, туда. Поднимайтесь. Подойди туда в угол, сейчас в проем там дай. Да стена перегородка. А там все следующее здание, да? Все, перегородки, но все свободно. Открывайте, пацаны, все, проветривать надо. Надо вскрывать, все проветривать. Другой настает тут. Да. Иди угол вот здесь так же открой. Давай, включи. Илюха, я проливаю, пойду. Это. Я пойду. Я думал, уже что-то открыли хоть. Надо вскрывать, ну здесь вот проветривалось. Да.
ПТС-ка. До самого мужа ловля, вот этот угол не то, что. Там он сам. Внизу? Я отсюда с полом не могу достать ее. Давайте быстрее, там прогар, по-моему, вниз уже ушел. Сейчас, тяни, тяни. Давай подавай, стой, перекрути его. Запас есть! Давай, Линя! Кровля, пиздец, тут что-то жидкое. Пацаны! Илюха, контролируй, вот здесь, короче, это, проваливается. Во-первых, во-вторых, там прогарщики есть. Я сейчас пойду. Спускайся вниз, да. Больше не поднимайся и смотри, да. Вот эти все. Я с той стороны сейчас прогар эти посмотрю. А то там они стоят, вот как вон там, да, пятая, да. Блин. Ты здесь смотри, вот ствол, оттуда. Я понял, вас. Поставь на этот ствол кого-нибудь, пускай поливают туда. Я все понял. Да. Глубже не заходи так. Там проваливается. Вот это банька. Да, банька. Ты не с лестницы не спустишься, иди там. А там что? Далеко, Влад, не шагнешь. Ты устал. Надо вода. Влад. Вот здесь вот, внизу прогары, провалы есть. Здесь. Короче, там
бетонная. Бетон. А вот здесь на входе она мягкая какая. Ну, блин, я там провалился снаружи. Здесь один астрон держит на входе вот здесь. А что мягкая, что может быть мягкая? Доски вот какие. Там опилки были. А здесь брус вот сюда. Давление хорошее, попило. Давай первую часть подключать. Вот здесь кровля плохая, здесь не скрывайте. Мотор, мотор. Как, сюда к краю не подходите, аккуратнее. Мягкая кровля, не надо. Ладно, куда пошло? Ладно, где я приехал? Откуда поехал? Откуда пошло? Вот это первое горело, по-моему. Там внутри горело, сразу непонятно. Вон, скорее всего, открытое горело с той стороны выходило. Получается, из, наверное, из-за мангала. С торца, да, скорее всего. Оно моментально там на таре закрыто было, но хлопануло и пошло по всем. Она костообщая, связана вся. Это хорошо, мы здесь, мы только отъезжали оттуда. И вот здесь увидели. Вот здесь провалишься, там бетон, а здесь провалишься. Вот здесь не наступайте внизу. Да. Ну, можешь скрыть, попроливать, но не наступай. Ты же ты на сигнашку поехал? Да. И что, скажи, что увидел? Короче, я от сигнашки отъезжать, а вот здесь вот с торца, где вот мангал, кровли. Огонь открытый выходит. Кровли. Да, мы пока разворачиваться, оно пухнуло, видно, набрало температуры. Все понятно. Пошло по всем. Дай задержку. Резко вот. А где электрик местный у вас? Электрик местный где здесь? Электрик местный. Что? Электрик где? Да вот сейчас. Там вот. Позовите, пожалуйста. Обесточено вот эти провода вот все сюда. Обесточены. Вот здесь они безопасные, все да? Обесточены. То люди на крыше там. Мы с этим подстанцией выключили все. Ага, все здание полностью. Полностью обесточено. Здание, вот эти провода, все обесточены. Все хорошо. Ну вот только провода не вешали. Завтра надо. А там уже и так пообгорели они. Нет, ну вот это все главное целое. Остальное это не волнует. Че, удар? Это прикинь, это мы вот здесь на сигнашку приехали. А, это... Я отъезжать от сигнашки. А я думаю, что вернусь. Слышу, смотрю, на входе горит. Короче, это вовремя еще здесь появились. Конечно, это пиздец. Пока доехали. Ему бы минут 10 свободного, 5 горения. Все, блядь, да. Открытым, чтобы он осталось. Там еще люди внутри, они сидят. Оно все закрыто, короче, давай гореть, потом пых во внутрянке. Я вначале думал, ну, в одном углу только две машины, потом как бы долго дальше. Не, блядь, такой ярко не разворачивается. А хорошо, видишь, ты еще недалеко был. Ну, слышу.
подаем с ВД дополнительно 4 машины. Я оба анана. Я так-то не хотел ничего тушить.